Школьники устроили дуэль на ножах из-за девятиклассницы. Один погиб, другой за решеткой. У него, походу, заиграл там сила, чтобы разрез на две части сердца сквозь ребра. Случайно. Это невозможно. Он это сделал намеренно. Назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. И сегодня же случилась еще одна страшная трагедия. Мать забила молотком свою 7-летнюю дочь, а потом попыталась покончить с собой. Подробнее в 7 вечера.